Ну что, девочки, здравствуйте. Начинаем наш прямой эфир. На сегодня прямой эфир будет посвящен вышивке гладью на игрушке. Ну, я, конечно, подготовилась к прямому эфиру. Перевела все уже на ткань, чтобы нам времени тратить. Но я вам расскажу вообще-то, как это все делается в процессе. Вот, ну, ой, я немножечко... Так, надо с вами поздороваться. Я смотрю, много знакомых имен. И Татьяны тут две у меня. Точева и Ратомская, очень приятно. Ой, девочки, я очень рада вас всех видеть. Аночка Лосева, здравствуйте, дорогая. Вот Флориана из Киева. Очень рада вас всех видеть. Вот, девочки, ну, начнем, наверное, тогда. Что нам время терять? Я сейчас переключусь тогда и начнем работать. О, здесь еще Машенька. Ой, как хорошо, как приятно. Маша, привет, моя дорогая. Очень рада тебя видеть. Так, девочки, ну сейчас я включу свет поярче, чтобы нам было видно хорошо, и мы начнем. Значит, ну, игрушки у меня как таковой уже нету. Она, к сожалению, ну, для меня к радости, для вас, к сожалению, в общем, она уже нашла своих хозяев. Все они нашли своих хозяев, эти три игрушки. Вот, и они, как говорится, разлетелись. Вот, ну, с чего мы начнем? Значит, прежде чем начать, конечно, эту игрушку, нужно подобрать хорошую ткань, чтобы эта ткань не сыпалась. Я эту игрушку, те игрушки и сейчас, которые делаю, вышиваю на ткани для пэчерка, которые я купила в Леонардо. Там продаются такие кусочки хорошие. Это хлопок 50 на 50, ну где-то, я не знаю, не помню, рублей 150, наверное, стоит такой кусок. Из такого куска можно сделать 4 игрушки, сразу вам говорю. Так что получай. Любочка, здравствуй, дорогая. Вот, ну, нужно, конечно, перевести схему, вот такая схема на ткань. Как переводить? Вот я переводила вот этим вот маркером, водосмываевым. Но есть, конечно, другие варианты перевода через копирку. Можно и не через копирку, а существуют такие карандаши переводные, термокарандаши. Но я им редко пользуюсь. То есть там нужно зеркально будет нарисовать сначала, обвести эту схему, а потом ее утюгом прогладить, чтобы она в таком же была в родном состоянии. Привет, Татьяна Волгина. Вот. Ну и вот после того, как мы перевели схему, мы начинаем вышивать. Вообще, вот так выглядит эта вся вещь в готовом виде, вот в таком вот для перевода. То есть вы видите, здесь вот схема, здесь припуск на швы показан, потом следующая, вот вторая сторона, я на ней показываю, как подрезаются вот эти все моменты для того, чтобы вывернуть удачно. И потом здесь еще делаются такие вот в местах определенных насечки, глубокие насечки. Видите, они где-то прям в миллиметре от шва останавливаются. И, конечно, когда вы будете сшивать, вот здесь от точки А до Б, здесь будет отверстие. Отверстие, как всегда, при шиве делается на прямых, относительно прямых участках. Потому что, понимаете, когда я сильное искривление, вам потом это учение. Нет, нормально. Так, а что-то такое тут выскочило. Хорошо. Ну, тогда давайте начнем вышивать. Как же мы будем вышивать? Ну, во-первых, контуры. Вот контуры ушек, да? Контуры ушек мы вышиваем. И вообще все контуры, которые здесь есть, они вышиваются, ну, двумя швами, какие вам больше нравятся. То есть можно вышивать швом, за иголку. Он более точный, а можно вышивать швом в раскол. Ну, я сейчас вот вам покажу вариант за иголку, когда мы раскалываем с лицевой стороны. Это вот так делается. Я, конечно, не буду всю вышивку делать на ваших глазах. Это много времени займет. Я просто парные элементы не буду вышивать. Их потом сделаю отдельно, без вас уже. Вот. Вот это называется шов за иголку. Он позволяет сделать точный,
совершенно контур выше. Длина стежка здесь где-то 2-3 миллиметра. Не делайте длинные стежки. Вообще здесь лучше делать короткие стежки. Почему? Потому что это игрушка, это объем, и у вас, в общем-то, не плоская вещь. И стежки, конечно, могут начать просто гулять. Вот, поэтому делаем короткие стежки. 2, максимум 3 миллиметра. И вот сейчас мы с вами поворачиваем. Я надеюсь, что вам хорошо видно и слышно. Так, вот Мариночка пришла. Здравствуйте, Марина. Очень рада за вас. Вот, ну, и теперь мы поворачиваем. А сейчас я сделаю другим швом. То есть я шила швом за иголку, а теперь в раскол. В принципе, при хорошей, ну, при большом опыте вы можете шить и швом в раскол. Вы точно попадете из изнанки, расколите нитку. Но для начинающих, да и вообще для аккуратистов, для совсем прям таких вот дотошных, лучше, конечно, вышивать швом за иголку. Но этот шов немножко больше ниток требует, ну, почти в два раза. Вот, ну, тут их не так много, расход вообще при вышивке гладью, расход не такой большой. Вот почему я выбрала для прямого эфира именно этот вариант, котика с маками, потому что я думаю так, что те, кто со мной давно уже и смотрит прямые эфиры, то они уже видели, как вышиваются нарциссы, уже имеют представление о том, как вышивается лаванда, а вот маки мы в прямом эфире не вышивали. Поэтому я и выбрала котика с маками, с этим букетом маков. Ну, вот так. Надо бы еще одну лампочку включить. Сейчас я ее включу, а то я что-то забыл про нее. Может быть, и лучше даст она свет нам. Да нет, она, в общем-то, ничего и не дает. Вот, значит так, продолжаем. Вот мы с вами сделали уже окантовку ушка. Так, ну, что я хочу сказать, протяжек здесь не должно быть, потому что, ну, ткани разные бывают, но, как правило, вот светлые ткани, они прозрачные, относительно прозрачные, и у вас может быть видна протяжка, а это нам совсем не нужно, это портит работу, внешний вид. Поэтому я закрепляю и отрезаю. Делаю я эту вышивку с узлами, потому что здесь у нас изнанка вообще вся внутри закрытая, никого это вообще не колышет. Единственное, что делайте узелки поменьше, чтобы они не торчали. Вот, теперь мы переходим к вышиванию глазика. Вот в глазах контур глаза, пожалуйста, вышивайте совсем короткими стежками, это где-то, ну, миллиметр. И, конечно, здесь лучше вышивать, потому что сильное искривление, и лучше вышивать, чем лучше вышивать швом за иголку. Он даст более точный вариант вышивки контура. Вот. Что еще? Ну, я повторяю, конечно, вам все правила эти, может, они у вас уже на ушах навязли, но все-таки есть новенькие. Вы помните, что когда вы вышиваете сильно искривленные линии, то длина стежка укорачивается. Вот еще преимущество стежка этого шва за иголку. Смотрите, что я делаю. Я могу немножечко откорректировать. Могу немножечко приподнять стежок, если вдруг он по какой-то причине сдвинулся с контура. С лица это можно сделать намного легче. Вот. Ну, сейчас вот мы с вами вышьем контур глаза. Ну, при вышивании контуров, если кто-то будет делать, ну, подбором это вышивать, я вообще вот не рекомендую вам брать такие черные нитки, такие контрастные очень, они грубых смотрятся, как правило. Лучше взять какой-нибудь там, если черный, то вместо черного, ну, такой цвет мокрого асфальта, такой темно-серый цвет. Ну, вот коричневый я тоже, видите, какой выбрала, не самый темный, а такой, видите, как, да, такой вот, ну, мягкий такой цвет, хороший,
Вот так вот вышивается контур глазика. Видите, стежки очень короткие. Ну, что вам еще сказать? Конечно, вот эти вот события с коронавирусом. Обсуждать я сильно это не хочу, но, в общем, как нас затронуло это? То есть в уютке отменили занятия. Ну, не знаю, на какое время это все будет, но, в общем, на какое-то время мы там не будем собираться. У нас, кстати, планировался перед Пасхой, вот, буквально вот 1 апреля мы хотели вышивать игрушку из этой серии. Мы хотели вышивать зайчика с лавандой. Вот. Но теперь, наверное, это все отменится. Вот, глазик мы с вами вышили, контур глаза. Ну, теперь, поскольку у меня эта нитка заряжена, я все-таки буду ею вышивать, продолжать максимально, а потом уже перейду на вышивание зрачка и заряжу другие нитки. Вот, ну, вы видите, вот сейчас с изнаночной стороны, что пяльцы у меня обмотаны, внутренний обод обмотан. Для чего это делается? Косой вейкой обматывается, для того, чтобы было лучше сцепление. Вот даже деревянные, очень хорошие, качественные пяльцы, но все-таки лучше запяливать при помощи ткани. И потом еще раз напоминаю, вот здесь вот всегда, когда покупаете пяльцы деревянные, вот здесь должна быть насечка. Для чего эта насечка? Для того, чтобы, когда вы запялите, взять отвертку и еще раз завернуть, уже так намертво, плотно завернуть, чтобы у вас вообще ничего не скользило. Ну, сейчас мы с вами вышьем носик. Ну, казалось бы, есть большое искушение вышить прямыми стежками, но я вам не рекомендую, опять же, потому что длинный стежок, он будет болтаться на объемной игрушке. Здесь вообще очень короткие стежки. Ну, в общем, где-то максимум 2 миллиметра. Вообще лучше даже. Чем короче, тем лучше. Так, вот мы вышьем. Сейчас я по... Нет, ну я, пожалуй, вот так весь носик вышьем. Треугольничек этот вышьем. Вот, ну, что мне вам еще сказать? Ну, этот коронавирус, конечно, странная история какая-то с ним произошла. Я даже не знаю, что и сказать. Кому-то это выгодно, видимо. Потому что такие вещи, ну, наверное, выгодно вирусам прежде всего. Потому что вирусы, это, естественно, они живут, наверное, и не подозревая о нашем существовании. Они нас воспринимают просто как пищу, как среду какую-то для размножения. Вот. Ну, а уж кому еще выгодно, уже следующая ступень. Ну, это надо думать. Это серьезно очень. Вот. Ну, вообще-то это эволюционный процесс, скажем так. Вот, теперь мы сделали этот носик и пойдем сюда. Так. Так. Вот я в раскол, видите, в раскол мне немножко сложнее попасть, расколоть. Конечно, всегда с лица легче. Ну, а вот здесь вот просто прямые стежочки сделаем, потому что они очень короткие. Здесь вот здесь как раз нормально. Можно сделать прямые стежки. Вот. Здесь маленькая протяжка, я позволю себе эту протяжку сделать. Она совсем крошечная, так что тут ничего не будет страшного. Вот. И теперь мы шьем усики нашему котику. Вообще, что бы я хотела сказать, конечно, вот по поводу этих игрушек. То есть я сделала все три дизайна, разработала все их, все, значит, сделаны схемы, инструкции, описание, вот, схемы выкроек и схемы, цветные схемы, ну, которые облегчают вышивание. Вот. Кто-то просил у меня
Вот Галя, например, да, Галя Кростич-Гала, она у меня просила схему. Девочки, я схему бесплатно давать не буду. Я вам скажу, потому что поймите, что это труд. Я работала, в общем, я не могу бесплатно это все раздавать. Видите, я вам и так достаточно много, в общем-то, рассказываю, показываю и даю. Но здесь я не считаю нужным так делать. Что я вам предлагаю? Значит, я сделаю пост продажный на эти мастер-классы. Цена будет очень демократичная. Вот, так что там будет без видео, потому что видео вы найдете вот в этом прямом эфире. Прямой эфир я сохраню. Во-первых, здесь постараюсь сохранить, а во-вторых, я его это самое сохраню на Ютубе, выложу в открытый доступ. Так что вы можете, если кому-то будет по какой-то причине дорого покупать, то, хотя цена будет, я вам скажу, цена смешная просто. Я думаю, рублей по 300 за игрушку. Вот. Но если вам это дорого, я вам что могу посоветовать? Скачайте из интернета какую-нибудь схему подходящую, там есть схемы похожие, и, пожалуйста, вперед вышивайте по такой схеме. Ну, а принцип, как вышивать, вы уже видите. Давайте сразу лапку вышьем. Вот здесь еще есть, да я узел не сделала, еще у нас лапка вышивается. Я сделала одну лапку, вторая лапка, так предположить, что она у него где-то там за спиной, он ее прячет, вторую лапку. Если вам хочется сделать вторую лапку, вышите вторую, и у него будут так, они как будто сложены на животике. Вот, здесь я могу, вот в этом месте протяжку можно сделать. Почему? Потому что у нас это место будет закрыто потом листиком. Так, время. А время-то бежит, между прочим. Очень хорошо бежит. Так, я, наверное, лапку оставлю, не буду. Хотя бы вот эту верхнюю часть прошью. А потом я перейду уже к вышивке непосредственно букета. Да, и еще нужно будет, как раз мне, да, глаза еще закончить надо будет. Ну, я не знаю, если у меня времени не хватит, у меня, правда, нет такой практики продолжения перехода на второй час прямого эфира, но, может быть, сделаем, посмотрим, как получится. Время, у меня-то время есть, не знаю, как у вас. Вот. Я сейчас шью швом раскол, видите, я здесь достаточно прямой участок, и его, в общем, можно вышить швом раскол. Вот, вы знаете, я, наверное, вот так выведу. Всегда выводите на лицо нитку, которой вы перестаете работать. Никогда не оставляйте ее на изнанке, иначе вы зашьете. Так, теперь я возьму зеленую ниточку. Нитки я храню, видите как? Они у меня на бобинках. И вот здесь в эти дырочки я вставляю остатки. То есть хвостик закрепляю здесь, а здесь у меня здесь остатки ниток. Вот, сейчас мы будем вышивать. Значит, дальше, как мы вышиваем? Напоминаю, выдергиваем по одной нитке из пасмы. Никогда не выдергивайте столько ниток, сколько вам надо. Я вышиваю этот дизайн в две нитки. Вот я вытаскиваю две нитки. Причем в том же направлении они, как вот были в пасме, в том же направлении я их и складываю. Вот. А теперь в рот не берите никогда, лучше палец намочить. И теперь мы вденем. Да, какой иголкой вышиваю? Иголки для ручного шитья. Я люблю фирму Hemline и вышиваю этой фирмой. Значит, иголки для ручного шитья, номер, в данном случае это номер 10. Есть еще 9, они покрупнее. В иголках счет всегда наоборот, если вы знаете, да? Чем больше номер, тем тоньше иголка. Вот, теперь мы вышьем глаз, дальше продолжим вышивать глаз. Видите как? Здесь мы вышиваем простой
двусторонней гладью. То есть стежки идут сверху вниз. И просто закрываем. Ну, кто-то мог бы сразу зеленым шить, а потом уже контур прокладывать. Ну, здесь возможны вариации. И так можно шить, как вам удобно. Я просто люблю, знаете, как всеми нитками сразу вышить, какими надо, одним цветом, а потом переходить на другой цвет. Мне так больше нравится. Но иногда можно, знаете, как просто вставить иголки все и в игольницу с нитками, и потом брать оттуда, какие вам нужны. Вот мы вышили зрачок, закрепляемся. Закрепляемся по-простому, тут ничего хитрого нету. Вот так. И обрезаем. А теперь мы возьмем черную ниточку и сделаем черной ниткой. Так, ну здесь мне придется обрезать. Видите, у меня нет нитки. То есть длина нитки где-то 50-60 сантиметров. Длиннее не делайте, иначе у вас нитка будет путаться. И это, в общем, очень неудобно. Вы больше времени потеряете на этом, на распутывание этих узлов. Вот мы две ниточки выдернули. Откуда-то бисер здесь взялся, не знаю. Так, и теперь вдеваем. Ну, а я надеюсь, что вам интересно. Не очень скучно. Ну, а сейчас мы оденем. Знаете, девочки, есть ли какие-то вопросы? Я вообще-то мне удобно. Я вот так подглядываю и вижу. Пока только просто вижу ваши ники. Вот. Ну, это очень рада, что вас собралось тут столько. Вот. Ну, сейчас мы сделаем вот этот вот. Это мы радужку вышили, а сейчас мы зрачок вышьем. Ну, если вы посмотрите у животных, какие вот, у котов какие зрачки, они вот такие вот. Такие длинненькие, узенькие. Мы сейчас сделаем здесь два стежочка прям поверх. Вот. И все. И глаз у нас закончен. Вот он, глаз готовый. Сейчас я обрежу опять. Так, это обрежем. Ну, вы знаете, вот вообще игрушки, наверное, хорошо продаются. У меня есть такое подозрение. Вот. Я вообще в свое время делала игрушки. У меня опыт есть, потому что я давно уже с панной работаю, и у них есть игрушки в моем исполнении, но они были сделаны, знаете, из ткани линда. Такая ткань, вот тут Гамма продает эту ткань, она вообще неплохая, она не сыпется, это хлопок, вот, очень удобно подходит для игрушек, но все-таки вот мне захотелось сделать потоньше, что-то такое поинтереснее. Значит, сейчас мы с вами приступаем к вышиванию мака. Мы начнем вышивать цветок мака. Так, сейчас я сделаю узелок, и мы продолжим. Так, зеленая нитка мне не нужна. Так, ну у нас так, что у нас тут? Значит, так, мы будем вышивать с вами. А во-первых, когда мы вышиваем лепестки, то мы всегда вышиваем от края. Никогда не от середины цветка. А вообще, давайте не этот вышивать, а я вот так, с вашего позволения, выдерну. А будем вышивать вот этот, который на вас смотрит. Это, в общем, гораздо важнее. Сначала мы сделаем контур. Контур все-таки надо делать, понимаете? Потому что контур позволяет вам получить ровную линию, ровный край лепестка цветка. Вот. И вам не надо будет думать, куда вам там завернуть, как и что, а у вас уже есть линия. Потому что начерченная, нарисованная линия, она иногда, ну, не дает она
вот, ровного края, тем более, когда мало опыта вышивания. Вот. Сейчас мы с вами, и видите, я перешла со шва в раскол, перешла на шов за иголку, потому что здесь большое искривление, и стежки очень короткие. И всегда можно этим швом, всегда можно выровнять линию контура с лица. Вот, ну вот мы сейчас с вами вышили контур лепестка. Так, время еще есть. Вот куда-то, видите, куда он ушел. Ну, сейчас я его вот так поправлю немножко. Здесь возможно такие вещи. А теперь мы начинаем вышивать лепесток. Но лепесток у нас... Так, я каким вышивала? Темным я взяла, темный, да. Значит, у нас будет два оттенка красного. Это, в общем, вышиваемый простой гладью, двусторонний. Видите, как шьются. Здесь важно сохранять направляющие, то есть от края к центру цветка. То есть, вот как вы шьете? Вот смотрите, сейчас покажу, как сориентироваться. Вот так. Вот у вас центр. Значит, у вас стежок должен вот так идти. И мы шьем вот до этого места, потому что в этом месте у нас будет у мака окрас такой двойной. Он такой красный, а в середине лепестка там идет черный цвет. Вот. И пока мы вышиваем внешнюю сторону лепестка, которая вышивается красным цветом. Ну, когда вы вышиваете, помните, что у вас должен быть такой звук, треск стоять. Ну, наверное, вы его слышите в промежутках между моими словами, когда это трещит. А это должно быть так. А, потому что это значит, что хорошая, правильная натяжка. Вот там. Так, мне там нитка лезет. Вот. Так, это, конечно, это очень мелкий дизайн. Кстати, вы можете часть этого дизайна использовать вообще-то, вот этого котика, этот букетик, вы можете вышить самостоятельно. И он будет очень хорошо смотреться, например, в открыточке, оформить в паспорту, и прекрасно будет. Можно вышить на одежде там где-то. В общем, то есть это такой, эта часть этого дизайна достаточно универсальная. Вот, мы вышили с вами половинку. Теперь возвращаемся наверх. Всегда нужно вышивать, желательно, чтобы не ошибиться с направляющими, вышивать именно так лепестки. То есть вы вышиваете сначала одну половинку лепестка, а потом вышиваете вторую. Вот. Но здесь у нас немножечко идет все время разворот. Вы заметили, стежки чуть-чуть всегда разворачиваются. За счет чего? Вот по краю мы делаем отступ побольше между стежками, а вот сюда, ближе к середине, здесь уже они идут почти, вшиваются вплотную. Вот. Здесь нет укороченных этих дополнительных стежков. Я шью все стежками по рисунку. Почему? Потому что, ну, вы видите, что рисунок очень мелкий. Какие здесь могут быть выкрутасы? Это никаких. Здесь просто вышивать надо, и все. Вот. Сейчас я дошью. Я даже думаю, что я покажу вам один лепесток и перейду дальше, потому что у нас очень важно здесь в этом дизайне показать мне, как вышиваются листья, потому что, ну, я вообще-то показывала, как такие листья вышиваются, но это было очень давно, и многие из вас присоединились позднее. Вот, что я делаю, я нитку выведу сюда на лицо, потому что я буду еще этой ниткой вышивать потом. Вот. А сейчас я возьму черную ниточку. У меня есть она? Ай, у меня... Сейчас я посмотрю, у меня была. Ага. Нам надо будет... Нет, ничего. Ну, давайте не так. Мы сейчас вышьем... Сейчас мы вышьем габардин.
Можно ли? Вы знаете, только при условии, если он не тянется. Потому что если он тянется, ничего хорошего не выйдет. Я вообще вам рекомендую не тянущиеся ткани, только такие не стретчевые. Ни в коем случае, не... иначе у вас, понимаете, с натяжкой будет, бог знает что. Потом пойдет набивка, и там начнет так гулять все, что не дай бог. Врагу не пожелаешь. Вот. Ну, мне как всегда проблема. А, нет, все, проблема решена. Значит, серединка у мака. Вы знаете, что, ну, строение мака. Вообще, когда вы вышиваете, конечно, желательно бы знать. Значит, у нас здесь коробочка в середине. Вот я эту коробочку вам предлагаю, знаете, как вышить? Сейчас я вам покажу, как. Ее можно вышить таким швом. Он называется вообще Родос. Родос – это, ну, по фамилии той женщины, которая предложила его давным-давно. И вот так он. То есть, видите, что я делаю? Я иду по контуру прямыми стежками и как бы по часовой стрелке. И вот таким образом мне получается такая выпуклая коробочка. Для чего я вам показываю этот шов? Чтобы немножечко расширить ваши знания. В принципе, это можно вышить и также вот, ну, простыми прямыми стежками. Ну вот, я думаю, все. Вот она уже и вышита, коробочка. Она такая выпуклая получилась, видите? Не знаю, видно вам или нет, но вот она такая выпуклая торчит. Вот это шов Родос. А те, кто у меня приобретет схему там с инструкцией, там есть чертеж этого шва, то есть там все это присутствует. Так, у меня нитка упала, если я ее подниму, потому что она мне нужна будет. Так, ну а теперь дальше мы начнем вышивать. Продолжаю. Почему я вышила коробочку? Потому что я сейчас, смотрите, что я сделала. Я сейчас обозначила края. Видите, у меня край лепестка обозначен и край внутренний обозначен. И я могу теперь приступить вышивать черным цветом. То есть мне не надо думать, куда мне втыкаться. То есть у меня уже все тут определено. Так, сейчас мы пойдем дальше. Причем у меня сегодня такое настроение интересное, я даже не знаю, какое-то заторможенное немножко. Я не знаю, с чего это связано. Вроде спала нормально. Вот, ну ладно. Вот. Вот здесь вы видите, это простая гладь, простая двусторонняя гладь. Опа, ну попалась. Все-таки я попалась на это. Сейчас я распутаю, у меня тут немножко запуталась нитка. Сейчас, секунду. Так, сейчас. Сейчас, девочки, секунду. Одну секунду. Вот сейчас у нас с вами будет простая гладь в действии. В каком? То есть я, кто-то у меня учился, знает, что простая гладь шьется рядами. И причем ряды, они всегда видны, граница ряда. Вот сейчас мы как раз по этому принципу и вышиваем. То есть я вкалываюсь в окончание предыдущего ряда, ну, немножечко в ту же дырочку надо попасть. И сюда, к этой коробочке. Вот, у нас ряды не сливаются, они вот так вот выше. Это в простой глади так. В глади длинные короткие стежки, там другие принципы вышивки. А мы вышиваем простой гладью. Вот так вышиваются лепестки. Да, достаточно точно надо попадать, конечно. Кому-то, может быть, и с лупой надо вышивать. Бог и знает, у кого какое зрение. Вот. Так, сейчас я сюда, вот сюда надо было попасть, чтобы закрыть это место. Вот так это вышивается. Ну, в принципе, возможно, конечно, ну, вообще заходить вот на красное черным я вам не советую. Знаете почему? Потому что вышивка здесь приподнимется сразу, потому что у вас вышито там будет красным. Если вы зайдете на красное черным, то вот в этом месте, ну, по этой границе получится рубец.
А он нам совсем не нужен. Вот так вышиваются лепестки. Вот я на этом остановлюсь, на лепестке. Вышивается здесь, в общем, двумя оттенками красного. Один потемнее, и вот другой, вот он вот такой, посветлее будет. Потому что как-то разделить их нужно. Потому что вышивка очень мелкая. Это на большой вышивке мы можем разделить за счет направляющих. Здесь, конечно, очень маленькое место. И, в общем-то, лучше разделить цветом, оттенками. Оттенками, разными оттенками красного цвета. Вот. Ну, а сейчас мы с вами приступим, наверное, к самому интересному. Мы сейчас будем вышивать листик. Сейчас я вам расскажу, как вышиваются листья. Ну, те, кто у меня раньше был, они видели, я снимала видео с этими листьями. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрите еще раз. Вот здесь, кстати, в этих вот, ну, я начну так вот отсюда. Знаете почему? Первый стежок, чтобы у меня узелок остался вот там, в вышивке. Я, в общем, стараюсь с краю, если с узлом, то вот по краю вот здесь не втыкаться. Лучше воткнуться отсюда, и узел у вас останется там, внутри. Вот смотрите теперь, как мы вышиваем. Здесь у нас будут, ну, я вообще без направляющих, конечно, вышиваю. Контур здесь можно не делать, в общем-то. И вот так вот мы шьем простой двусторонней гладью. Прямо по контуру шьем. От края всегда шьем от края. От края к центральной прожилке. Только так вышивается. И ни в коем случае не наоборот. Вот. Но если у вас, например, крупные листья, то тогда, конечно, нужно делать уже контурные швы, контуры прокладывать. И я не рисую направляющие, но могу для вас немножко здесь изобразить. Ну, они вот так идут. Направляющие. Достаточно под углом идут. Не шейте их перпендикулярно центральной прожилке. Вот теперь у нас уже, видите, куда пошла иголка. По рисунку шьем. Вот так. Немножко ушла нить сюда, вот сюда надо. Здесь, знаете, важна даже каждая ниточка, куда вы вкалываетесь, понимаете? Вот буквально за полнитки ушли и уже ушли с линии. С контура. Поэтому вот такие мелкие, конечно, дизайны, их надо вышивать очень аккуратно. И не торопитесь никогда, потому что любая спешка — это просто во вред идет вышивке. Чувствуете, начали нервничать, о чем-то думать, лучше отложите в сторону. Потом вернетесь с хорошим настроением и продолжите. Вот у меня такой опыт. Вот видите, куда я ухожу. Вот я сейчас сюда ушла, и видите, какой пропуск делаю. А теперь я возьму и вернусь. Потому что иногда можно вышивать как такие листья. Вышивайте просто реперные стежки, вот эти вот, ну, такие значимые стежки, главные стежки. Вот длинные и короткие, самые вот те, которые сейчас я покажу. Вот сейчас я короткий стежок шью, да? Можно сделать, вот смотрите, вот как можно сделать. Вот я сейчас вот сюда сильно перемещаюсь. Я вышиваю вот этот длинный стежок, да? У меня еще здесь есть один длинный стежок, да? Вот такой вот по рисунку. Так. А теперь я просто между ними буду заполнять. Понимаете, у вас уже есть и направляющие есть. Вот, и все-таки рисунок у вас как-то обозначен, понимаете? Вот, ну, вот так вот мы будем вышивать. Видите, уже листочек вырисовывается. Ну, у начинающих вышивающих очень часто бывает, вот, ну, ошибки, вот не получается вот эта вот ровная линия вот этой центральной прожилки.
Ну, не переживайте, если она у вас не получится руной, возьмите сверху, прошейте ее отдельным швом, задекорируйте. То есть вы можете вышить... немножко я не так вкололась, не туда. Вы можете вышить ее, например, вот короткий стежок, видите, вышить ее швом в раскол, или там за иголку, или вообще стебельчатым швом. Можете взять вообще какую-то декоративную нитку, вообще другого цвета, может быть, и металликом, если вы какой у вас дизайн. Понимаете, а от этого ваша вышивка только выиграет. Вот. Вот так вышиваются эти листья резные. Это простая двусторонняя гладь. Почему она здесь именно простую мы вышиваем, а не гладью длинные короткие стежки? Потому что здесь длина стежка до 10 мм. То есть до сантиметра, даже до 12 сантиметров вы можете совершенно спокойно вышивать вот так, таким образом. То есть в один ряд, в один ряд. Вот, ну, давайте я вот здесь для красоты еще немножечко отступлю и вот так сделаю, еще тут чуть-чуть вот так. А, так, ну, вот так вот мы с вами половинку листочка и вышили. Вот, ну, что я вам рекомендую? Вообще в дизайнах, вот те листья, которые к вам поближе, вот я вышиваю, они как бы, вот эта часть листа, она как бы освещена больше, и она более светлая. Вот эту часть можно уже вышивать либо этим цветом, а если вы хотите поинтереснее, вы можете темный взять, оттенок зеленого. Вот, ну, а теперь, значит, здесь что? Ну, вот я могу сейчас стебель вышить, просто показать вам. Здесь я стебель у меня уходит под листик. А вообще здесь тоже, здесь двуслойная вышивка. То есть вы видите вот по рисунку, вот видите, вот мы не можем вышивать вот этот стебель, пока мы не вышьем вот этот лист. Понятно? Потому что этот лист идет сверху. И, конечно, желательно по цвету разделить его. Понимаете, если тот будет вот листочек вышит темно-зеленым оттенком, то вот этот стебелечек мы вышьем светлым. Он к нам ближе, ярче, более освещен. И вот эту часть тоже можно вышить более светлым. Часть бутона это чашелистик. А вот эту часть можно более темным. Она там сзади. Вот сейчас я вот так сделаю, потому что у меня уходит туда, под лист, это потом будет вышиваться вторая половина. И продолжаем, видите, стежок, здесь уже стежок подлиннее, где-то 4 миллиметра я шью. Ну, потому что здесь и даже шью швом в раскол, потому что он прямой, по прямой линии шьется, довольно легко шьется. Ну, относительно. Кому трудно, шейте швом за иголку, когда вы с лица раскалываете. Вот так вот это шьется. Так, время. Еще 15 минут с лишним. Хорошо. Почему говорю с лишним? У меня часы немножко вперед. А так. Вот так вот. И остановлюсь здесь. Вот так. И закрепляемся. Ну, надеюсь, вам интересно, вы для себя что-то новое узнали. Ну, а кто-то повторил, может быть. Вот, ну, три раза я пройду вот так и закреплю за эти. Видите, какой расход ниток маленький очень, когда шьем швом в раскол. Так, вот. Ну, что теперь дальше? Что мне еще вам показать? А вы знаете, я хотела бы вам еще рассказать одну вещь. Вот когда вы, не все это знают, вот когда мы вышьем это все, да, я считаю, что с вышивкой здесь все более-менее понятно теперь. Когда мы вышьем все это, смотрите, здесь показано, вот как обрезать, да, по краю, вот пунктиром это припуск, он примерно 0,5 сантиметра припуск на шве. Так, где-то у меня что... Вы вырежете это все, потом вы
сделайте вот такие обязательно угловые, такие вот эти вот вырезы, не доходящие примерно на миллиметр. Для чего? Потому что когда вы вывернете, у вас ведь кривая будет, и там будут сходиться эти кусочки, чтобы не было много там материала лишнего. Вот делаются вот такие вот еще носить, ну, такие надрезы. Вот. Ну, самое сложное здесь будет что? Значит, вы оставите вот этот вот кусочек не зашитым, а это все зашьете. И потом, как вывернуть хвост? Видите, он какой длинный. Вообще для этого делается как? Вы берете толстую нитку. Я прям сейчас я вам нарисую, как это будет выглядеть, потому что показывать я уже я не смогу, у меня нету. Смотрите, сейчас. Вы возьмете толстую нитку, когда вы будете сшивать. Вот тут большой узел у нее. Нет, узел вот здесь будет. Вот здесь. Когда будете сшивать, узел здесь, а вот здесь будет такая длинная, ну, такая толстая, крепкая нитка. Когда вы вывернете вот эту часть и вот начнете выворачивать хвост, вы аккуратненько потяните вот за эту нитку. Она такая должна быть крепкая, и узел хороший должен быть. И у вас начнет выворачиваться, вот так вы будете тянуть, и хвост будет выворачиваться. Конечно, есть другие способы, но вот этот способ, я считаю, он самый хороший, самый удобный. Единственное, что вот здесь вот направьте сразу этот выворот, а потом уже просто тянете за эту веревочку или за эту толстую нитку, и у вас хвостик вывернется. Понятно, да? Вот, что еще? Еще хочу сказать, значит, смотрите еще какой, если вы не знаете, вот у меня ткань целый кусок, да, бывает так, что у вас не хватает ткани, то есть у вас, чтобы запялить ее, то есть у вас вот такой вот будет кусок, вот такой кусок ткани, то есть вот могу здесь показать даже на рисунке, у вас будет вот такой кусок ткани. Конечно, вот чтобы вышить вот это вот, в 15-метровые пяльцы вы такой кусок не сможете заправить. Что тогда делается? Тогда берется, вот я, например, беру просто полоски ткани, просто пришивается полоска ткани с одной стороны, и вот сверху и сбоку. То есть так, чтобы вот это вот вы заправили, так, чтобы у вас было это удобно вышивать. Вы просто надшиваете этот кусок ткани, вот, и заправляете, а потом, когда уже, потом отрежьте и выбросите. Понятно, да, я думаю? А что за ткань у вас? Вы немножко опоздали. Значит, размер игрушки здесь где-то около... Сейчас я даже скажу, сколько. Я просто уже не помню. У меня в голове столько всего. Понимаете? Сейчас, секунду. Вот она в натуральную величину. То есть размер вот этой вышивки 15 сантиметров. Потом, значит, отступите, еще будут отступы. Вот здесь будут отступы, вот, и, соответственно, когда она набьется, она тоже уменьшится немножко в размере, там получится, ну, где-то сантиметров 14 примерно, вот. Значит, о чем я говорила? Значит, о том, как вот это вот надшивается ткань, наращивается ткань. Это хлопок, вот Любочка ответила вам, это хлопок для пэчворка. Я покупала эту ткань в Леонардо. Там продаются такие вот, даже могу сейчас показать, у меня здесь рядом. Сейчас, секунду. Вот эта ткань, вот она, Пеппи, вот она. Там очень большой выбор, очень хорошая, в общем, там палитра хорошая. Ткань – это кусочек 50 на 50, то есть, если вы будете делать игрушки, вам на 4 игрушки совершенно спокойно хватит, вот, и она не сыпется, эта ткань, понимаете? Вот смотрите, я еще обрезала даже ее этим зигзагом, в общем, но она не сыпется, очень хорошая, когда вы ее обрезаете. У них разные цвета есть, очень такие очень приятные цвета для игрушек. Вот, ну, можете вышивать и делать игрушку на льне с хлопком, например, тоже очень хорошо будет. Но только смотрите, значит, это не должно быть очень крупное переплетение, понимаете, достаточно плотная ткань, чтобы она дырками как-то у вас не пошла. Что еще?
Ну, может, какие-то вопросы есть. Девочки, я не буду все вышивать. То есть я вам показала, еще раз повторяю, как вышить глаз, да, как вышить контуры, да, как вышить серединку мака. Вот в мастер-классе у меня в описании есть все эти швы, там все эти техники показаны. Это я коробочку вышивала швом, который называется «Родос». А вы можете просто французскими узелками вышивать. Обратите внимание еще, ну как у меня любимый конек на эту тему. А как вообще маки выглядят? У маков нет вот этого чашечки такой, чашелистика, на котором держатся эти лепестки. Вот эти лепестки, чашелистики, не лепестки, а чашечки, они потом отваливаются, потому они закреплены практически на коробочке, вот на этой зеленой. И поэтому никогда вот у мака нет здесь такой, знаете, чашечки, как у других цветов. Или вот здесь вот прям стебель, и сразу уже начинаются лепестки. Понятно? И, как правило, всегда до того, как он распрямится, этот цветок раскроется полностью, у него очень такие извилистые вот эти стебли. Вот, ну что еще? Да, лен трудно обрабатывать. Ну да, в общем, лучше смесовую ткань, да, брать лен с хлопком. Вот, и такое тонкое переплетение, но не рыхлое. Вот, ну что еще? Вот вопрос еще повторю, значит, лен будет сыпаться. Да. Вот эта ткань идеальная просто. Но если вы будете большие игрушки делать, то большого размера, то можно и совершенно спокойно на льне с хлопком шить, там, потому что размеры позволят. А вот здесь вот нет. Здесь, конечно, нужно такую деликатную ткань. Но габардин только тот, который не тянется. Бутончик вышить. Ну, немножко время есть. Давайте бутончик. Сейчас мы эти иголку найду, куда ее делаю. Сейчас, секунду. А вот она, иголка. Ну, тут, значит, все просто. Сейчас я тогда эту нитку. С вашего позволения, я сейчас вот что сделаю. Так, я вышиваю иголками 10 номер для ручного шитья фирмы Hemline. Я очень люблю эти иголки. В общем, как-то у меня исторически сложилось, что я ими всегда вышиваю. Сейчас я закреплю нитку. Ну, нитку просто закреплять всегда. Вот так вот туда под стежки угнали и еще раз прошли в противоположном направлении. И обрезали. И все, у вас чисто будет, чистая изнанка. Так, ну, бутон. Бутон, конечно, нужно вышивать темным оттенком красного. Конечно, это еще не раскрывшийся цветок, и он всегда темнее, эти лепестки. Но здесь очень просто. Здесь простая двусторонняя гладь. Ничего здесь хитрого, ну, совершенно, вот, ну, ничего. Просто зашить вот так вот стежками этими. Прямо по этому самому, по рисунку идите. Вот. Ну, сейчас, видите как, я уже на автомате вышиваю. Сначала половинку одну, а потом уже вторую половинку зашиваю. Вот так это шьется. Ну, вот теперь уже можно и закрепиться. Вот видите как, закрепляемся. 2 раза вполне достаточно. Ну, кто очень такой тщательный, может, 3 раза. Вот, ну, нитку я оставила зеленую в иголке, так что мне вдевать ее не надо. Сейчас я вам покажу. Здесь, как мы будем вышивать? Здесь мы будем вышивать такими, вот, знаете, косыми стежками. Видно вам, я надеюсь. По рисунку, прям по контурам. Я даже контур не прокладываю, в общем-то. Здесь можно и без контура шить. При условии, что у вас рука набита, и вы попадаете нормально. Вот. Ну, немножко здесь, потому что линия толстая, и, конечно, идет. Так, а сейчас мы вот эту вот часть еще должны зашить. Вот, эту половинку. Ну, вот так вот шьется. Так, а теперь я
Ну, давайте, уж так, время еще есть немножко. Еще есть 5 минут, как пить дать. Есть 5 минут наши. Вот. Вот так вот зашиваем. В общем, ничего здесь сложного, архисложного абсолютно нет. Вот так. В общем, даже мы можем, знаете, как еще вот здесь вот сделать покороче стежочек. Вот сюда я его вколю, чтобы не было такого, ну, перехода. Вот. Вот так это шьется. Немножко мы здесь вот поплотнее стежки вкалываем, а здесь чуть-чуть отступаем. Но здесь всегда можно откорректировать. Вот чем гладь хороша, что она позволяет коррекцию делать. Понимаете? Вот я сейчас возьму сверху и проложу, и я не испорчу. У меня только более выпуклый станет. Он, понимаете? Я вот еще могу вот здесь вот проложить. Вот здесь вот стежок еще один проложу. Вот. И все. Вот он, пожалуйста, вам бутончик вышит. Вот, девочки. Значит, что теперь я скажу? Значит, все эти игрушки, я повторю вам, так я переключусь. Так, и чтобы у меня ничего не упало, тут такая система интересная. Вот. Значит, теперь что я вам хочу сказать в заключение, что я сделала все эти три игрушки. Они у меня, да, нитки гамма у меня, нитки гамма. Очень хорошие нитки, кстати, на 4 с плюсом. Точно, 5 это DMC. Вот. Да, контур всегда, вот вопросы, контур всегда делается для того, чтобы он остался под гладью. Он для этого и делается, чтобы немножко приподнять цветок, вот лепесток в данном случае, и выровнять. Для этого делается контур. Вообще, вот, в более крупных, конечно, дизайнах всегда контур лучше делать. И листья, и лепестки всегда. И он остается контур внутри. Вот, девочки, значит, я разработала все три эти игрушки, три мастер-класса, то есть, которые входят там, значит, там будет и цветная схема, и вот такая вот черно-белая схема, вы ее можете распечатать там, ну, не знаю, я вам показывала уже. Вот, и подробный текст с описанием, с чего начинать и чем заканчивать. И, конечно, там швы все данные и какие нитки. То есть, ну, вот так вот, что я вам еще скажу. Наверное, мы сейчас приближаемся к финишу. Я, в общем-то, свою программу выполнила, рассказала вам все, что я хотела. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то еще есть пара минут. Ну, вот. Но я думаю, что мне, как правило, так все подробно рассказывают, что вопросов не возникает. Да, ну, в общем, я этот эфир сохраню. Но он будет крутиться, конечно, это самое в Инстаграме, вот, а я надеюсь. И потом я его это сам попытаюсь на телефон, либо с этой программой Save That Bot сохраню и выложу его тогда уже в этом на Ютубе. Пожалуйста, заглядывайте, когда следующий эфир. Ну, вы знаете, как вот будет настроение, как, ну, вообще, ну, не реже одного раза в месяц, это точно. Ну, была у меня практика и раз в неделю, но я не знаю, это все зависит. Сейчас, может быть, и будет почаще, потому что в уютке у нас занятия пока отменяются, вот, так что, ну, в общем, посмотрим, как получится. Вот, ну, я сегодня выложу пост, значит, продажные именно с этими вот мастер-классами. И если у вас будет желание, то, пожалуйста, покупайте. Ну, я думаю, цена будет такая, рублей 300, не больше. Вот. Я думаю, этого достаточно вполне. Вот. Ну, вот так вот, девочки. Всего хорошего. Я вас всех люблю и очень рада, что вы меня не забываете, посещаете, учитесь. Спасибо вам большое. Все, завершаю.